урок на повышение чувственности и оргазмичности в области вашей божественной йони. Ну что ж, садимся ровно, осанка превыше всего. Разводим ноги широко. Для каждой широко понятие относительное, поэтому так, чтобы вам было очень комфортно, и вес тела равномерно распределялся между двумя седалищными буграми. Водружаем нашу правую ладонь на промежность, да, для того, чтобы ощутить интимную мускулатуру, а задняя рука касается сфинктера ануса. И теперь начните сокращать мышцы промежности, втягивая их в себя, в себя, в себя, в себя. Ладонь вам даст обратную связь, поскольку она считает то напряжение, которое формируется при сокращении ануса, уротрогенитального треугольника и сфинктера левотарани. Вот вам обратная связь. Вы знаете, если ладонь плотно прижимается к ножкам клитора, да, и стимулирует уретрогенитальный треугольник, и плюс ко всему вы еще сопряженными внутренними мышцами создаете дополнительное напряжение, то за счет трения происходят крайне приятные ощущения для вашего божественного лона. И, конечно же, это невероятным образом возбуждает. Ну что ж, мы теперь осознали, как мы можем владеть своей божественной йонечкой, да, дабы генерировать вот эту сакральную сексуальную энергию. Но мы на этом не останавливаемся и продолжаем усложнять этот комплекс. Теперь, сократив мышцы промежности в себя и удерживая этот тонус, который был ранее, мы переносим полностью вес тела на правый седалищный бугор. И таким образом нагрузка перераспределяется, дополнительно стимулируются ножки клитора, но самое главное, вытягивается запирательная мышца, а это та мышца, которая отвечает за оргазмичность женщины. Итак, переносим вес тела на противоположное бедро, и вот вам эти чувственные, приятные ощущения в области тазового дна. Продолжайте это движение, подкручивая седалищные бугры и перенося вес тела с одной ягодицы на другую, полностью отрывая ее от пола. Вы можете сделать это мягко, чувственно, ладонями соприкасаясь с коленными суставами, либо с полом, если вам не хватает возможности сидеть ровно. Но далее я предлагаю этот комплекс слегка наполнить вашей чувственностью, ладонями соприкасаясь с бедрами, начать себя проглаживать, изучая свое божественное тело на предмет тактильности, чувственности. Изучайте себя. Можно начать импровизировать, как будто бы танцуете. И все внимание направляйте в область промежности. Хорошо? Хорошо. И можете ускориться и продолжать в том же импровизационном танце проглаживать свою божественную плоть. Хорошо? Сделайте глубокий вдох. И на выдохе расслабьтесь в Пасчиматанасане.